Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с мифологией. Мерит Сегер, любящая безмолвие, или возлюбленная творящим спокойствие, Осирисом. В древней египетской мифологии богиня фиванского некрополя на западном берегу Нила, покровительница кладбищ, особенно долины царей, и строителей гробниц. Считалось, что Мерит Сегер охраняет кладбище и покои умерших. Изображалась в виде льва или женщины с головой змеи. В образе женщины с головой змеи она представала на рисунках жезлом Уаз или увенчанная пером и с ножами в руках. Уаз – древнеегипетский символ, встречающий в искусстве, связанный с древнеегипетской религией. Культ Мерит Сегер был распространен в Новое Царство 1550-1070 годы до нашей эры. Центр культа – поселок в районе современной Дель-эль-Медина, где жили ремесленники, служители места истины, строители гробниц и художники. Здесь, в Мерит Сегер, возводились небольшие каменные храмы, включая тот, что расположен на пути в долину Цариц, несколько стел с прошениями о милосердии, и различные часовни у подножия холма, современный Эль-Курн. Образ грозной и справедливой богини сначала ассоциировался с Хатхор, которую называли иногда «госпожой Запада» и «дамой Некрополя», которая открывает врата в загробный мир. Тесная связь с фиванским Некрополем не позволила культу богини получить широкое распространение, а когда долину царей перестали использовать, Фивы потеряли статус столицы, ей перестали поклоняться. Вот так вкратце из Википедии о любящей безмолвии или возлюбленное творящим спокойствие Осирис, древнеегипетской мифологии богини фиванского некрополя на западном берегу Нила Мерит Сегер. Пока-пока, до свидания.